Кирилл Сакун увлекается стрельбой из лука уже 9 лет. В свои 15 преемник Робин Гуда, кандидат в мастера спорта. В послужном списке победы на городских, областных и республиканских турнирах. Сначала я ходил так. Не очень хотелось, конечно. Мама заставляла тоже. Было так лет 6, наверное. Потом в один момент понравилось. Вот очень интересный вид спорта, очень тяжелый на самом деле. Как азарт, тебе нравится и хочется стрелять. Физическая подготовка – обязательный элемент тренировок. Лук может весить до 22 килограммов. И все же главный экзамен для атлета – соревнования. В этом году спартакиада детско-юношеских школ собирает в Бобруйске представителей всех областей и хозяев турнира. Общее число заявки – 88 человек, возраст – до 17 лет. В будущем это хорошая подготовка к летнему сезону, как для юношей, так и для юниоров. Турниры по стрельбе из лука проводятся как на открытом воздухе, так и в помещениях. В первом варианте дистанция варьируется от 30 до 90 метров. Во втором правила уже другие. Стреляют лучники с 18 метров. Каждому спортсмену дается 20 зачетных серий, по 3 выстрела в каждой. После суммируется общий зачет. Главное – попасть в десятку. Во время турнира тренеры смотрят ближайший резерв для национальной команды. В белорусской сборной по стрельбе из лука сейчас идет смена поколений. Сама спартакиада продлится 2 дня. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.